Жаркая пора для окружной полиции. С наступлением лета в округе начинается период сезонных преступлений. Один из таких видов правонарушений – кражи маломерных судов, лодочных моторов, запчастей к нему и топлива. Ежегодно в округе совершается от 10 до 15 таких краж. Взять то, что плохо лежит. От такого соблазна злоумышленникам трудно устоять. Обнаружив на берегу водоема одинокую лодку, они пытаются прихватить с собой самое ценное – то, что можно перепродать или использовать в собственных целях. Унесут все, что посчитают нужным, а то и вовсе заберут вместе с лодкой. Сегодня в ночь также совершена кража катера. У нас участились случаи краж катеров, моторов к ним и различных запчастей к ним, тех транспортных средств, лодок, которые находятся без присмотра. Чаще всего маломерные суда и различные комплектующие к ним похищают летом, когда открыта навигация. Бдительные судовладельцы хранят свои лодки в кооперативах или гаражах. Другие, в силу определенных обстоятельств, оставляют свои шлюпки на берегу. Боитесь лодку свою здесь оставлять? Побоюсь, конечно. Лучше сделать. Но я не оставлять больше. Все кооперативы заняты, купить ничего не. Тогда тяжело пенсионеров, конечно. Это нерентабельно покупать сейчас. Не знаю как. Раньше вроде жили спокойно, не воровали ничего так плохо. Судовладельцы, не обремененные кооперативными обязательствами, стараются оставлять свои лодки поближе к дому, чтобы время от времени присматривать за своим имуществом. Но так или иначе, такое хранение не гарантирует стопроцентную безопасность. Ежегодно у нас 10-15 таковых преступлений совершается. Увы, к сожалению, значит, это каждой лодке мы не можем, конечно, сотрудника приставить. Поэтому от граждан зависит то, чтобы лодка где-то хранилась либо в гараже, либо в кооперативе под присмотром, под приглядом. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан сообщать в полицию любую информацию о фактах хищения лодок и комплектующих к ним. Сообщить об этом можно в дежурную часть по телефону 02 или 4 21 26 или по телефону доверия 4 21 52. Анонимность гарантирована. Ирина Нежалова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».